Всем привет! Это я, Алекс, блогер, рантье, путешественник. Я сейчас нахожусь в Кижах, в такой вот русской национальной вышивной рубахе. Путешествую. Сегодня 6 августа 2016 года. Я хочу передать привет всем моим слушателям, читателям, те, кто следят за мной, и те, кто, как говорится, интересуется туризмом по России. Это Наилю, Раилю, Диме Хатову, Юрию Белому, Лене, Наташа и прочим всем хорошим людям, хорошим инвесторам. Вот как раз из Кижи. Здесь идет небольшой дождик, такая вот северная пасмурная погода. Но, тем не менее, очень хорошее настроение. Очень, так сказать, поднятие духа здесь находиться. Потому что все-таки здесь как бы центр Руси. Хоть и север здесь, но здесь собраны именно те самые объекты, которые были построены больше 100 лет назад. И они здесь поддерживаются в режиме музея. Вот. Всем спасибо. Спасибо всем моим партнерам, что работают, кто со мной, кто следит, читает мои блоги, мои публикации. Всем хочу пожелать профита, удачи и, как говорится, благости в инвестиционном поприще. И чтобы вы тратили свои деньги именно туда, куда вы их хотели. А также не только деньги, а еще более ценный ресурс – это время. Вот. Всем спасибо. Счастливо.